18 апреля во всем мире отмечают День охраны памятников и исторических мест. В нашей области таких 599, 8 из них республиканского значения. Насколько хорошо с ними знакомы сотрудники музеев и архивов, сегодня узнавала наша съемочная группа. Вместе с историками она поучаствовала в автоквесте. Стартует квест с резиденции Аблайхана, но прежде чем отправиться в путь, участникам нужно пройти испытание. Из предложенных материалов смастерить предмет, без которого не мог обойтись ни один купец. Те, кто справляются быстрее других, первыми начинают выполнять задание. Сегодня мы проводим в этот день впервые автоквест «Город купцов». Целью является также ознакомление населения с этими памятниками. Сегодня у нас принимают участие 4 команды. В дальнейшем мы планируем, что любой желающий может к нам обратиться, в принципе, создать свою команду и пройти квест по городу Петропавловск. Команда краеведческого музея оказалась быстрее всех и первая отправляется в путь. Вслед за ними представители областного архива. Задания участникам квеста приходят на WhatsApp. Вам предоставлен ситуационный план, на котором черным цветом выделено здание. Найдите это здание, сфотографируйтесь на его фоне. Несмотря на близость расположения культурного памятника, найти его удается не сразу. Сделав фото, команда отправляется к следующему пункту назначения. За время квеста каждая команда должна найти 11 исторических зданий. Те, кто быстрее всех справится с заданием, ждет клад. Это 50 тысяч тенге. Всего в нашем регионе 599 историко-культурных памятников. 8 из них республиканского значения. Алена Хан, Адиль Нуржанов. Новости МТРК.